У Гомельской области будет активизована работа по утягнению оборот маемости, якая не выкористовывается. Такая информация была огучена подчас сегодняшней селекторной нарады с уделом старшине областного выконавчего комитета Владимира Дворника. Наши корреспонденты потекавились подробязностями. У отповедности с доручением Гомельского облвыканкама у четвертом квартале минулого года комитет Гомель облмаемость зарабил анализ реальной эффективности выкористания нерухомой маемости. У шести районах без господарших объектов не оказалось увогуле, зато у инших их налишивается амаль 1500. По состоянию на 1 января у нас насчитывается 1400 неиспользуемых объектов всех уровней и форм собственности. И основная наша задача – это предложение на продажу более 400 объектов, а также снос более 500 объектов аварийных и ветких строений. Также у нас есть категория имущества, находящегося в частной собственности. Здесь, конечно, уже будут приняты к собственникам административные меры воздействия для понуждения их вовлечения в хозяйственный оборот находящегося у них в собственности имущества. Меры, якія будуць прымацца да ўладальніка ў маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, штрафы за парушэнне зямельнага заканадаўства і санітарных норм. Такія будынкі сапраўды не ўпрыгожваюць населеныя пункты. Сярод бадай самых значных праблем, што ўзнікаюць пры работе з маёмасцю, якая не выкарыстоўваецца, неабходнасць прыцягнення спецыялізаванай тэхнікі і значных фінансавых сродкаў для зносу буйных аб'ектаў. Хоць зносіць будуць не ўсё. Былое жыллё, якое знаходзіцца ў добрым стане, прапануецца закансервіраваць с наступным ремонтом и переводом у категорию арендного. Отповедные решения будут приниматься мясовыми райвыканкамами, деятельность яких у плане утягнения господарший оборот маемости покуль оценивается неоднозначно. Значного становчего уплыву не оказывая навод проводимая у регионах в учебу специалистов, які займаются пытаниями выкористания нерухомой маемости. Каждый раз надо на каждый объект проводить учебу, чтобы они снесли. Если вы 270 провели мероприятий, так мы снесли меньше. Если мы прошлые годы шли первыми, то сейчас уже, видите, нас уже нагнали, и мы уже меняем ситуацию. Поэтому начинаем, давайте работать хорошенько в этом плане. Услышали меня? Да. Поэтому готовьте мне четко, по каждому кварталу проходим, на это мероприятие найдем время и будем проводить. Потому что это не только наведение парадка на земле, но это экономика, вовлечение, продажа, это новые рабочие места, это создание условий для работы бизнеса частного. Алексей Тюров, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».